Футбол, баскетбол, бадминтон. В рамках областного проекта «Дворовая практика» на стадионе 13-й школы работали сразу несколько спортивных площадок. Организаторы дали возможность проявить себя как опытным спортсменам, так и тем, кто только начал осваивать новое для себя направление. Сегодня у нас проходит итоговое мероприятие июня месяца. Сегодня ребята, которые пришли сюда к нам на дворовую площадку, играют в футбол и в стритбол. Вы видите, что ребята разного возраста. И хотя проект наш рассчитан на подростков, маленьких мы тоже, конечно, приглашаем и приучаем проводить лето не просто во дворе, а именно на дворовых площадках, заниматься какими-то полезными делами. Юный вратарь дворовой команды «Зенит» Роман Кожевников всеми силами помогал своей команде. Он занимается тактическим троеборьем, но в этот раз решил попробовать свои силы в футболе. Игра Рому увлекла, и спортсмен намерен обязательно вернуться на дворовую площадку. Впечатления были хорошие, матч понравился, проиграли, но... Есть победитель, есть проигравший всегда. На баскетбольной площадке ребята постарше выясняли, кто сильнее в стритболе. Виктория Чукрина занимается футбольной секцией, а сюда приходит, чтобы весело и с пользой провести свободное время. Мы здесь играем в футбол, в стритбол, бадминтон. Очень весело здесь. Каждый раз, когда я выхожу гулять, прихожу сюда. Проект «Дворовая практика» проводится в нашем городе не первый год. Кроме спортивных, работают социально-педагогические площадки, где подростки планируют и реализуют интересные идеи. Проект «Дворовая практика» работает на площадках города в течение всего лета. Екатерина Шмакова, Константин Островский, Владимир Лисик. Служба новостей «Саров-24».